Как обстоят дела в сфере здравоохранения города? Чиновники и медики сегодня отчитались перед общественностью. Встреча в таком формате прошла впервые. Говорили о достижениях и проблемах отрасли. Одна из них – недостаточное финансирование. В этом году из городского бюджета на нужды здравоохранения выделили 529 миллионов гривен, что на 9 миллионов меньше, чем в 2013-м. Но это не единственная проблема. На сегодня существует кадровый дефицит, особенно в учреждениях развивающегося первичного звена. Это наши центры первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, есть проблемы медицинского характера и социального. Это наши социальные заболевания, такие как туберкулез, ВИЧ, онкопатология, с которыми здравоохранение может бороться только совместными усилиями с общественностью и усилиями всего нашего населения. В ходе встречи говорилось о приоритетных направлениях работы медиков. Одно из них – усовершенствование помощи матерям и детям. В этом году из городского бюджета выделено 100 тысяч гривен на препараты для реанимации новорожденных. В приоритете – борьба с социальными болезнями. Есть позитивные результаты по статистике. С начала 2014 года заболеваемость туберкулезом снизилась на 17%. СПИДом почти в два раза. Среди задач, озвученных представителями Горуправления здравоохранения – дальнейшее развитие семейной медицины и расширение сети амбулаторий общей практики.